Участок цепи состоит из двух параллельно соединенных проводников, сопротивление которых 40 и 60 Ом. Напряжение на участке цепи 60 Вольт. Какое количество теплоты выделяется в каждом из резисторов за одну минуту? Для начала запишем дано. Сопротивление R1 равняется 40 Ом. Сопротивление R2 равняется 60 Ом. Напряжение сети U равняется 60 Вольт. Время T равняется 1 минута. Переведем в систему C. 60 секунд. Найти количество тепла Q, которое выделяется на первом сопротивлении. Найти количество тепла Q2, которое выделяется на втором сопротивлении. Нарисуем нашу цепь. Количество тепла Q равняется U квадрат, деленное на R, умноженное на время T. Эту формулу нужно знать. Так как наши резисторы подключены параллельно, следовательно, напряжение на первом и на втором сопротивлении одинаково. Найдем количество тепла, которое выделится на первом сопротивлении. Q1 равняется U квадрат, деленное на R1, умноженное на время T. Подставим сюда наше значение и найдем результат. В результате получается 5400 джоулей. Количество тепла, которое выделяется на втором резисторе Q2, равняется U квадрат, деленное на сопротивление R2, умноженное на время T. Подставим сюда наше значение и найдем результат. В результате получается 3600 джоуль. Запишем ответ. Количество тепла Q1, которое выделяется на первом сопротивлении, равняется 5400 джоуль. Переведем в килоджоуль. Получается 5,4 килоджоуль. Количество тепла Q2, которое выделяется на втором сопротивлении, равняется 3600 джоуль. Переведем в килоджоуль. Получается 3,6 килоджоуль. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.